вот еще там в мае месяце установили. И вот теперь вопрос, кто это будет делать? Благоустройство или кто? Что будет делать? Вы меня спрашиваете, я у вас спрашиваю. Это я у всех спрашиваю. Вот давайте это говорит ваше предложение. Я у вас спрашиваю. Вот нужен этот. Что, в чем? Ну, давайте. Я думал, что вы проводили штаты. А чем Алеш? Понижение. Что должен быть? А благоустройство получается. Благоустройство. Бордюк чей? Ну что понижаем? Бордюк? Да. Кто его ставил? Тут вопрос в другом еще. Ответ желаете? Простой. Если мы понижение делаем, вот пока они не заасфальтировали, получается, благоустройство, потому что здесь тогда тоже будет рукоятка, вот это положение. Не, ну не здесь, я в другом месте буду, да. То есть это надо все предусмотреть совместно. Понимаете? Вот парковка. Вот выход с парковки. Вот бордюр, который стоял и коперся. Понижение делать. Что вы предусматриваете? Предусмотрение. Что? Чтобы они пришли на подъезд. Что они одну бордюр, как вот сейчас. Сложно вам этот бордюр убирать? Во всем с комментарием. И это там по проекту надо посмотреть. Ну, посмотрите. Посмотрим. Вы с нами сами сначала. Павел Сергеевич, иди сюда. Открывайте альбом. Благоустройство пошло следом. Получается, они там уже сделали как у них. Владимир Владимирович, на следующей парковке понижение. Вот, у нас получается. Асфальтированный. И он получается, что здесь будет запод лицо асфальт, и он будет выкатываться и уходить. Это как бы хорошо, что, слава богу, не надо трогать бордюры, что оказывается такое прокрешение. Только единственное дело там. Анна Евгеньевна. Анна Евгеньевна. Мы правильно понимаем, вот здесь настатильная плитка, и здесь вот такое идет асфальтом, ну, пандус, да, поднимаем. А как? Давайте вот. Потому что вас тогда не было, мы не понимали. Давайте. Это не к вам, это благоустройство. Но... Почему? Это благоустройство. Вот оно. Да, да. То есть у нас проходит. Ну, здесь вот у нас кондилы. И мы закатываемся. Ну, ввиду того, что если здесь не будет поднята отметка, я здесь так думаю. Вот именно здесь будет поднято. Вот да, вот так. Да, да. На бортах. Здесь муниципал. Здесь спальня. А там будет понижение. Ну, потом... Да. Да, и он поднимается сразу на асфальт. Это у нас понижение. Получается делает благоустройство. Да. Они вот эти вот. Тактильную плитку. Второй у меня вопрос. Из асфальта или все? Асфальт. Как? Да, да. Это с бордюрами? Надо план бордюра подкрыть. Можно там посмотреть? И в второй любом вопрос, случае он должен быть бордюр. Где-то у вас получается по вдоль сделано. Вот по вашему проекту, в каких-то там... местах. Вот можете тогда нам рассказать, чтобы вы поняли, что есть это по вдоль. Для того, чтобы на пандус заехать, нам нужно остановиться. Покажите, пожалуйста, чтобы сразу же, пока мы не ушли. У нас мы все же слушаем, да, внимательно? Но мы опять же будем как на том перекрестке, кто может делать. Сколько таких у нас? Достаточно. Вот по... Так, а вот это у нас что за понижение? Это для чего? Это не пешеходные переходы. А, это где? Это ладно. Везде, дорожники, они а знают, тут нету у нас этих чертежей, вот именно вот этих пандусов нету у вас в вашем проекте? Нет.
получается? Нет. Нет, вот мы почему и в среду мы ничего не поняли и ждали вас, чтобы пояснили. Так, а где у нас, вот где вы показали, где повдоль есть? Вот мне вот просто любопытно. Ну, если они на 24-м его, где мы будем. Нет, вот здесь в проекте покажите, пожалуйста, сразу же.